утро пятницы. Мы очередной рассвет встречаем. Отце Мордовия умет. Что, Михаил Владимирович, у нас сегодня утро начнется не с кофе? Да. Вернее, не только с кофе. Поедем мы сейчас мясо кушать. В 5 утра. Евреи 15-6. Если тетя нас покормит. Я не помню название. Малиновый звон. Малиновый звон, точно. Да, вот у нас светает уже. Хорошо. 25 сентября, пятница. Сейчас мы плотненько позавтракаем. Собойку будем уничтожать после Пензы. Лень такая, кашеварили, тем более. В прошлый раз понравилось, ну грех проехать мимо, согласись? Ну да. А где-то вот... Поехали. Дальше? Уже магазин проехали или нет еще? Магазин проедем так. Ну да, с левой стороны. Видишь, кто-то и закрыт. Не все круглосуточно работают. Час уже должны. Движ начинается. Вот магазин Магнит. И где наша малиновый звон? Блин, тоже тормози его там сзади. Мы уже проехали? Да. Так там не работало. Ну света ж не было, значит не работал. Ну, ехали тогда, я не знаю. Вот надо было остановиться. Поехали там дальше. Она не работала ночью. Конечно, света не было. Значит не работает. В это время. Не все хотят по ночам. Но вон дымочек идет с левой стороны какой-то. И вот тоже светится. Можно поехать туда дальше, на выезд, там, где всегда дальнобойщики останавливаются. Да? Ты что, там хорошо? Ну, я раз останавливался, да, то так же не ничего было. Да? Поехали. Ну, вот тоже дымочек идет. Ну, смотри, чтобы не пришлось назад возвращаться. Хочет наша тетя с малинового звона работать.
дяди Федора? Да, по-моему. Ну, пошли. Стой. Кафе вкусное и дешево. И дальше, которое было. И дальше было. Ладно, пошли к дяде Федору. Не помню. Пойдем оценим дядю Федора. Приятного аппетита. Да, точно. Ну вот, пока мы кушали, видите, уже и расцвело. Хорошо. Хорошая лесная сказка. Мне понравилось. Вкусно, сытно. И на двоих вот за это все с кофем мы отдали 860 рублей. 430 рублей на человека. 5 евро. Получается, если со стороны Пен зайти вот на въезде, сразу получается второе кафе. Второе, вернее. Сейчас уже и солнышко появится. Ну, прохладно, прохладно. Утро уже у нас очень холодное. 3 градуса даже сегодня было вот местами. Сейчас будем по поводу мойки думать. Надо помыть кормилицу. Это не вариант такими ехать. Понятно, что она при первом же дожде сразу же выможется, но все равно. Вот такие пироги с утра. Все, наели. Сейчас Михаил Владимирович поедет, поэтому можно и подремать будет. Сытенькому. Мама об этом еще пока не знает. Или знает. Ой, вот так. Ну что, ладно. Погнали. Сейчас будем угол заделывать Макшане. Сразу вон после транспортного поста. Сейчас развернется Миша. Что он решил так по-хитрому развернуться, да? Ну вот, ремонт тента. Парнишка сказал, сейчас сделает. И после него поедем на мойку. Здесь мойка недалеко. 14 километров. Если не будет коллейки, там мы и помоемся. Будет вообще все в огне. И будет все в огне. Все, угол наш готов. Отлично. Да, все, склепал обратно. А этот мне в голову мучил там на другой стороне, когда я в Москву ехал. Ага. С другой стороне, здесь же в Макшане. Ой, тут делов на два часа. По полдня, короче. И полтора рубля. Надо всю эту планку, всю эту снимать, короче, и полтора рубля, да. Парнишка нам сделал 15 минут, 500 рублей. Думаете сами, решайте сами, иметь или не иметь. Поехали на мойку. Передачу забыл включать, заднюю. Блин, что-то я, по-моему, мало тебя, да, научил? Мне переднюю научил, про заднюю ты ничего не говоришь. В общем.
красавчик. Все сделал. Свою пятикаточку заработал. Это как я тогда когда-то тоже эти колеса перекидывал. Когда я еще там по М1 ехал, и мне тогда, не помню, где там. Дивоса, говорит. 500 рублей колесо. Да за 500 рублей я его сам сниму и поставлю, кому надо. А где ты говорил, тот тентовщик? Сейчас, покажу, там, где, да? Второй тентовщик. А в прошлый раз я заезжал вон на той стоянке слева, сейчас поедем. Прямо. Да, вот на эту стоянку вот слева я заезжал. Вот у них ремонт тентов, вон навес стоит. Угу. Вот сюда я заезжал. Ну я как походу понятно, на Москву понятно. Ехал. У меня тут там 1500 зарядил за этот уголок на полдня работы. Ну, делов на 15 минут. Больше расклепать две клепки и заклепать обратно. Ну шо, батенька? Поехали на мойку. На мойку и потом куда? В Пензу? Потом в Пензу и домой. Все. Ну же Чунский, не? Нет. Не? Сам съездит. Чего? В Чунский сам съездит. Поехали, съездим. Ну послезавтра там будем. Вот, здесь ремонт тентов. И вот на тех двух стоянках тоже. Короче, тут... туда этот Макшан, тут это промзона, М5 кузовых автосервисов. Монтаж, вот ремонт, ремонт тентов еще. Ангар стоит. Покатили мыться. Дай бог, чтобы там хотя бы жидкость была и колейки не было. Так, идея нам вот сюда. Сейчас посмотрим, колейки нету. Стоянка. 600 метров. Выполнить разворот. Я что-то не вижу, чтобы тут что-то... Она работает? Свет горит. А, свет горит, колейки нет, отлично. Сейчас вот здесь разворачиваемся тогда. Сейчас мы тогда тут разворачиваемся. Бит-то фара на спа процедуры. Мы у Саши забыли спросить. Это по дорожной сети она или, скорее всего, нет? Скорее всего, по дорожной. Искал по дорожной сети. Переположить. Скорее всего, 100% по дорожной. Приоткрыли. Хорошо.
тут копали. А тут-то при открытом тут какой-то этот дыр-дыр-дыр стоит какой-то. Наверное, в центральной там может. Ну, видишь, да, ремонт тента. То ищешь-ищешь, не найдешь, где этот тент можно отремонтировать. Сим, открывайся, работа приехала. Алло. Мальчик хотел цвет бордо, но белый тоже хорошо. Новая мойка, она совсем недавно открылась. Да, и, так понимаю, наверное, гостиницу строили, но лавандос закончился. Может, из-за этого, из-за пандемии этой. Красота! Огонь! Ну, а сейчас сама поедет! Ну, побежит просто! И газовать не надо! Ну, вроде нормально помыли! Да ничего! До первого дождя, но... Здесь немножко. Алексей Николаевич, ты передал грязную, это я сам ее заехал помыл. Так что не надо. И не грязную, в рабочем состоянии. Сразу видно, что машина работает. На наш уголочек, все хорошо. Да, вот, ну все, погнали в Пензу отправлять уже до дому дядьку. Потому что пора. Кое-кто приближается к конечной точке. Что молчишь? Кое-кто. Я сам выйду из кабины. Мне помогать не надо. Я ж здесь... Абсолютно. Мару, доставайся, поехали дальше. Ты же не хочешь ехать? Поеду, не поеду. Что, 11? Сейчас 2 часа автобус уже. Ну, сейчас по красным туда-сюда соберешься, пока доедешь. Покуришь там. Полчасика на автовокзале. Где тут заезд? Вот сюда, да? Да. Что здесь можно там дальше? Значит, тоже есть заезд? Да. Ну, блин, можно здесь прям нырнуть и на пленке проехать. Да? Да. А тут тоже паркинг? Да, здесь да. Тоже паркинг. Только вот здесь поехать. Вот я не знаю, платный он или нет. Вот здесь вот именно. Там дальше, там да. Через 250 метров поверните направо, затем...
уже здесь один раз менялись. Да, мы здесь менялись. Здесь я тебя встречал. Да. Теперь я тебя тут провожаю. А ты куда-то... А, в Ростов ты ехал. И потом в Энгельсе меня высадил и погнал дальше. Готовьтесь к правому поворотам. Закупился с дафовскими. Да, этими пулесборниками. Да-да-да-да. Были у нас такие. Мы от них избавились. Хорошо. Да. Где нам встать? Осталось найти, куда воткнуться. Вон там где-нибудь, наверное. Вон там есть. Там РЭФ что-то ремонтируют вот здесь вот сзади. Они, видать, подъезжают туда или что? Может быть. Ты Америку бросил тут посреди дороги? Нормальное явление, чё. Подожди, а может это Вольво туда заезжает? Поехали там дальше, туда Вольво. А вон можно по кругу проехать, можно вон там у скамейки встать. Вон места, вот мест немерено. Вот мест немерено. Вчера, когда с начальством встречались, подъезжал подписчик Вадим. Смотрите, какую красоту нам подогнал. Вот это Мишина. Ты смотри, не разбей. А мне эту не жалко. Да. А вот Иосиф Виссарионович. А то я Иосифа Виссарионовича. Сейчас. Ох, какой! Красавчик. Тяжелая это. Тяжелая, да. Кинзмараули. А то Алазанская долина. Вадим, спасибо огромное. Вообще класс. Супер. Я представляю, сколько это стоит. Спасибо тебе за такие подарки. Креветками еще угостил. Там в холодильнике лежат, уже доставать не буду. Вообще огонь, да, просто. Огромное тебе спасибо большое. Блин, вообще очень приятно. Ну, класс. Жене моей понравится. Все, ты все, вещи собрал. А что, это как декоративное, да, потом на этом? Ну, будет стоять, да. Так и Виссарионович потом будет стоять. Что, пробочку вот достал аккуратненько. Потом все, поставил. Водички налил у него. Самогонку хорошо прятать потом. Залил туда, как Иван Буцко, говорит. Маскировка, говорит. Заканчиваем, добиваем петушка и переходим к цыганочке. Так. Все, сложился? Да, все, готов, чемодан готов. Все, упаковался. Вызываем такси. Вызываем такси, билет уже на маршрутку. Уже? Да, на маршрутку куплен. 600 рублей удовольствия, через 3 часа я дома. Счастливчик.
все. Отправили Михаила Владимировича. Поехал на автовокзал. Поедет отсюда. Через 40 минут у него автобус. 3 часа и он дома. Потерян сигнал GPS. И мы поехали. Время терять не будем. Мишаня отработал. Мы поехали работать. Сегодня до Сызрани. Дальше не поедем. Сейчас пока надо Сбербанк по дороге найти, кое-что сделать, подключить там функцию. Потом пока еще заедем, заправимся. В общем, Сызрани. За Сызранью там по дорожной сети, там вот хорошая стоянка, где мы там в гостинице жили в прошлый раз. Давай, выезжай. Там и сегодня заночуем. Пацаны тут маневрируют. Вот. Сегодня пятница. Не знаю, посмотрим, когда мы будем. Видите, с правой руки выгоняет, ему неудобно. Посмотрим, будем смотреть по времени, когда мы будем на выгрузку. Конкретной даты у нас нет. Еще ехать. Больше 4000 там, я даже не знаю, тут она меня, она показывает расстояние, но ехать там кругалями тоже. Ну, еще нормально. Хорошо. Ну, это сейчас на солнышке, так-то может градусов 18. Погодка шепчет. Осень пока еще радует. Сентябрь у нас в Беларуси вообще был просто, просто идеальный. Затем через 30 метров поверните направо. Месяца, ну почти месяц получился, наверное, без одного дня. По-моему, 27-го он заступил, сегодня 25-е. Ну, месяц без одного дня. Забег получился. Так, тут движняк такой, что все туда-сюда машины эти поставили, вот. Кинул эту ренушку и все, сейчас уже и не проедет кто-нибудь, если захочет. Ну вот и снова утро за окном, и ласково мне светит солнце лучик. Пора вставать, меня дорога ждет. Она мне в этой жизни не наскучит, она жива, как будто человек. Я чувствую ее шершавость кожи, и все пути раскинутые вдаль. На руки человека так похожи. Эй, шофер, дальнобойщик, нам с тобой по пути. Вновь зовут нас далекие дали. Пусть у нас впереди целый месяц пути.
запутанный клубок. Как сердцу все дороги ведут к дому, домой ведут они, где ждут тебя. И где пройдет усталость и истома, люблю я этот аромат дорог, парящий запах гудрона и асфальта. Он мне приятней брендовых духов, и с детства мне до боли он знакомый. Эй, шофер, дальнобойщик, нам с тобой по пути, вновь зовут нас далекие дали. Пусть у нас впереди целый месяц пути, только нас бы любимые ждали. Эй, шофер, дальнобойщик, нам с тобой по пути, вновь зовут нас далекие дали. Пусть у нас впереди целый месяц пути, только нас бы любимые ждали. За поворотом новый поворот, и как в кино меняются картины. С тобой дорога счастлив навсегда, и будет так всегда, пока не сгину. Эй, шофер, дальнобойщик, нам с тобой по пути, вновь зовут нас далекие дали. Пусть у нас впереди целый месяц пути, только нас бы любимые ждали. Эй, шофер, дальнобойщик, нам с тобой по пути, вновь зовут нас далекие дали. Пусть у нас впереди целый месяц пути, только нас бы любимые ждали. Пусть у нас впереди целый месяц пути, только нас бы любимые ждали. Лобовое уже опять все в жучках-паучках. Такое ощущение, что мы и не мылись. Сколько времени-то прошло, сколько я тут от Пензы отъехал. Смотрите, как он интересно загружен. Киргиз? А, ну все понятно тогда. Сейчас выпускают на границе вот эти все вот усики маленькие. Или у него как перевозка идет. Где же перевозка? Усик киргизский, прицепчик московский. Я думаю, что парняга ни одного гаишника не проезжает без остановок. Ну что, уже прогресс, если он с Москвы катит. Считается, вот почти до Кузнецка доехал. Кузнецк скоро. Сура! Красотка. Смотрите, какая природа, уже осень. Все-таки осень. Листики уже желтеют. Сура тут маленькая. Все равно осень берет свое. Сейчас настанут холода. Как только дожди пойдут, ветра начнутся, и все это быстро-быстро облетит. И вся эта красота превратится в голые ветки. Совсем чуть-чуть осталось. Ну вот, вот такая осень золотая, я согласен. Вот такая осень нравится. Красотища. А сейчас начнется. С кабины не вылезти, ветер, холодно, мерзость, тучи, солнца этого не видно месяцами. У природы нет плохой погоды, Алексей Николаевич, так что не жалуйтесь.
остановился вот в Бердск ходить по своим делам. Ну вот туда направо, вот вдоль Пятерочки, тут 100 метров буквально там. Центр городка этого, поселка. Название, что-то я забыл. Блин, пришел, там написано. Работает с понедельника по пятницу. Обслуживание физических лиц. Вот он буквально, вон даже флаги видны. Что там у нас? Вроде нет никого. Кота беды пошел в Пятерочку, ветку банана взял. Не зря останавливался. Машу перекосило. Вот, наверное, не получится пока со Сбером завтра. А сегодня пятница, вот, а там четверг, понедельник, четверг, а завтра уже суббота. И уже не будут работать филиалы. Мне не банкомат надо, а именно вот сам Сбербанк. Тут до Сызрани, наверное, больше уже я ничего нигде не найду. Какие у меня тут еще населенные пункты будут? Новоспасска именно, само только буду проезжать. Я буду заправляться. И все. Больше ничего тут и нет. Ну, не критично, но просто вот, что понедельник, четверг. Ну, правильно, поселок небольшой. Наверное, в соседнем где-нибудь поселке еще есть. Там работают вторник, среда. Здесь понедельник, четверг. Хотя нет, я не сказал, что он такой уж совсем небольшой. Сейчас выскочит, смотрите. Ну, в общем-то, сильно не подрезал. А, да нет, так нет. Не, ну, не горит. Но так было в планах. До Сызрани мне 157 километров до стоянки осталось. Вот еще в Новоспасское заедем, заправимся полностью. Сейчас мы там уже заправляемся на Центротехе. Отблю. Бачок долью, канистры долью, кто его знает, куда мы из Сибири поедем. Может, мы на Дальний Восток поедем. Хотя это наш небольшой расход, отблю небольшой, но все равно. Запас, как говорится, ну, продолжение вы знаете. Что это за поселок? А, Махалин. Да, Махалин. Все, льемся мы на Центротехе. Шланги длинные, тут все хорошо хватает. Поляки-скотовозы. Пустые. Уже, наверное, назад возвращаются. Говорит, как солярка, добрая? Я говорю, а хрен его знает. Отблю я уже залил. Заехал. Подходит, як-то солярка бензи. Я говорю, пан, я невин. Ну, говорю, заливают, ездят. Да должна быть нормальная. Сам первый раз здесь нет. Говорю, я доливаю до полных. И все, отсюда 50 километров. И мы в Сызрани. О, пойду. Жачок вот. Дольем до пункта. 560-я у него эрочка. Старая, ну, прошлого поколения.
160 кобыл. А то второй у него дав. Все, заправились. 54 километра. И все, время 5. Ну, надо немножко выспаться. Да дальше ехать смысла все равно нету. Тольятти до 10 вечера закрыто, там явно не будут пускать. Вот на этом. Как раз таки там где-то стоянка в Сызрани на перекрестке. На Ульяновском. Поэтому поедем. Мне нравится эта стоянка, вот этот гараж, куда мы сейчас поедем. Хороший там. И душ, все, мы там в гостинице бичевали. Нормально, понравилось. Вот. Поедем там, переночуем завтра часиков. Может 7, может 8. Рванем. До 10 утра надо пройти, Тольятти. С утреца по холодку. Рано утром с позаранку я кручу-верчу баранку. И покатим. 235 отсюда до Самары. Через 100 метров поверните налево. Ничего против не скажешь. Хотел сказать только что торопыга. А он ему, оказывается, вот сюда, куда-то в кусты надо выйти. За грибами поехал.